Встреча руководства Казанского федерального университета с делегацией Ташкентского финансового института состоялась в главном здании университета. В первую очередь визит преследовал цель знакомства с Казанским университетом. Директор Института управления экономики и финансов КФУ Наиля Багудинова отметила, что самое большое количество узбекских студентов учатся именно в Институте управления экономики и финансов. Они в самом деле не просто учатся, мы уже с ними работаем, они уже занимают, ну, пока еще не самые большие посты в банковской системе, финансовой системе, в казначействе Республики Узбекистан. Многие работают в вузах, особенно те, кто закончил магистратуру. На сегодняшний день в Казанском университете учатся 2282 гражданина Республики Узбекистан по всем формам и направлениям подготовки. Основной формой взаимодействия КФУ с вузами Узбекистана является реализация программ двойного диплома в рамках договоров о получении двустороннего образования студентами. В настоящее время ВУЗ реализует 45 программ бакалавриата, специалитета и магистратуры по различным направлениям подготовки, приоритетные в первую очередь для экономики и социальной сферы Республики Узбекистан. Казанский университет имеет экономические университеты, а наше направление тоже подготовка специалистов по финансовому и экономическому направлению. В связи с этим мы сегодня вот приехали в Казань, ознакомимся поближе и создать условия для дальнейшего сотрудничества. 19 мая гости планируют посетить 8-й международный экономический саммит России «Исламский мир. Казан-саммит-2022» – главную площадку экономического взаимодействия Российской Федерации стран исламского мира. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюз.